Сейчас я сделаю. Вот насобирала шалфей. Насобирала шалфей, видите, сушу. Зверобой. А вот шикарный у меня чабрец. Я его каждое утро пью. И все просушиваю, готовлюсь к зиме, девочки. Делаю вот такие вот шикарные чаи. И листочки землянички обязательно туда пойдут. Обязательно. И у меня не такие разноцветные получаются чаи, такие красивейшие чаи. Их не только приятно в руки брать, их еще и приятно на них смотреть, и приятно их употреблять. Они все ароматные. И вы делаете так. Я вас заражаю этим. Я вас всех люблю, целую. Делайте чаи, экспериментируйте. Хватит покупать ерунду всякую. Хочу вечернюю красоту вам показать. У меня здесь... Сейчас, секундочку. Пройдем немножко тут. Сейчас вам покажу. Сейчас. Так. Смотрите. Вот у меня на даче такое яркое-яркое облако. Оно ярко-розовое. Я не знаю, видно вам будет или нет. Но вот прям над моей дачей вот так вот встало и стоит. Такая красота. И не движется никуда. А вокруг просто чистое голубое небо. Вот еще одна тучка, но она такая легенькая. А вот это вот именно облачко. Вообще красота такая. Прям над моей дачкой. Красота, да? Просто супер. И мой дом с белыми колоннами. Обожаю. Но знаете, что я больше всего люблю? Вот эту жимолость, которая вокруг моих белых колонн образует вот такой вот. И запах весь этот идет прямо в окна. Вот тут у меня на первом этаже окно, на втором этаже окно. И такая красота. Просто прелесть. Ну и вид, конечно, удивительный. Все. Потому что дальше-то у меня озеро, зелень и озеро. Вот это я хотела облачко вам показать.